подразумевает контроль за соблюдением социальных, жилищных, материальных прав наших ветеранов Великой Отечественной войны, за их медицинским и социальным сопровождением. В рамках подготовки к Федеральному году памяти и славы, что мы делаем? Первое. 27 ноября в Москве состоялся пленум Всероссийской организации ветеранов с повесткой дня о подготовке проведения празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Второе. С 1 по 14 декабря в Москве состоялся Всероссийский патриотический форум, посвященный программе предстоящего года. На форуме был дан официальный старт Федеральному памятному году.